А ты почему не садишься? Арпинеги Исааковна, я не хочу учиться в первом классе. Почему? Я умный и хочу перевести сразу в третий класс. Как тебя зовут? Вазген. Ну, Вазген, если ты такой умный и хочешь сразу в третий класс, я тебе задам несколько вопросов из программы третьего класса, и мы выясним, соответствуют ли твои знания или нет. Нет проблем. Ну тогда скажи, 3 умножить на 3 сколько будет? 9. А 6 умножить на 6? 36. Хорошо, видно, ты и впрямь умный. Дети, посидите спокойно, я через 10 минут вернусь. Вазгенчик, пойдем к директору. Здравствуйте, господин директор, к вам можно? Да-да, конечно, проходите, проходите. Господин директор, наш Вазгенчик очень умный и хочет учиться в третьем классе. Я задала ему несколько вопросов. Минуточку, давайте по порядку. Прежде всего, пользуясь случаем, хочу поздравить вас всех с 1 сентября. Второе, это дело не любит спешки, не надо спешить. Мальчик, вот тебе задача. Допустим, Спайдермен дал тебе 2 яблока. Бэтмен варварски схватил у тебя 1 яблоко и улетел. Скажи мне, сколько яблок у тебя осталось? Что не ясно, 1 яблоко. Господин директор, я задавала более сложные вопросы, и он ответил, всю таблицу умножения знает наизусть. Давайте лучше зададим ребенку логические вопросы. Пожалуйста, задавайте. Вазгенчик, ответь мне, у коровы 4, а у меня их 2. Это ноги. Молодец, а что у тебя в штанах есть, а у меня нет? Карманы. Молодец, подожди за дверью, я сейчас приду. Господин директор, мне кажется, что мы и впрямь должны перевести этого ребенка в третий класс. Знаете что, мне кажется, этого ребенка нужно сразу перевести в 5 класс. Потому что на ваши 2 вопроса я сам неправильно ответил. Как вам не стыдно? О чем это вы говорите? Вот что я вам скажу, дорогая. Я как мужчина имею право думать, что... Я педагог с 20-летним стажем. Разве я задам ребенку вопрос? Мне и показалось это странным. Вы задаете такие вопросы. Нахал! Куда же вы?